Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет и продолжаете смотреть партию за шумеров, сетевую партию на восьмерых, и у нас тут получились такие тесные континенты, в общем-то, войны, проблемы, склоки, мне кажется, все, что вы любите в сетевых партиях в ЦИВО. Если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейдите к первой серии, ссылка есть в описании и в прикрепленном комментарии. Ну а спонсоры канала все серии видят сразу. Спасибо им большое за поддержку и всем вам приятного продолжения просмотра. Девочки, у меня просто везде универы стоят. Тебя и меня сносить надо было вместе с Педро. Чего надо было? Меня сносить, наверное, вместе с Педро, когда война была еще у нас. Может быть. Он не может же к тебе пойти, он говорит. Ну там одна клетка. Есть, да, теории, но я с тобой, наверное, пока воевал. У меня все юниты были на тебя отличены. Что, мог... Да, блин. Города тут еще не было, Александр. Ладно, просто, дождемся каравел тогда просто. Так, а что у нас там... С фрегатами не видны. Так, надо бомбарды открыть и идти в каравеллы. Как раз... Ну, при помощи копейщика. Как раз... Блин, надо бы трибушет еще построить. На самом деле. Давайте-ка я здесь трибушет построю. Тем более, два трибушета там что-то ускоряет. Подожди, тут где-то был еще один караван. А вот он. Здрасте. Да, это он, пацан. Рыцарь сдохнет, но все пограбит. Как я уже ненавижу этого рыцаря. Как мы тебя с шотландцем ненавидим, ты бы только знал. О да, детка, о да. Блин, сидели бы, развивались. Согласен, я не понимаю, зачем воевать? Келиманджаро. Ну, дед утверждает, то есть, конечно, прям хороших мест нету, так и у меня нету. Меня и дед подселил, я считаю, и Инг. То же самое дед считает. Но дед, видишь, решил со всеми воевать. Тут ошибки, конечно, да. Так, а торговая республика не видна, да? Это мягко выражаюсь. Ну, давайте пока дипломатическую службу откроем. Ясно, молодец. Блин, я бом... Как я... Блин, я бомбарды открыл. Короче, трибушетами мы уже ничего не ускорим. Блин, 2 очка, походу, не хватит до золотого века. Кстати, интересно, я могу здесь город ставить? О, слушайте, а уже нету лояльности. О! А давайте мы в Уре купим посело. Блин, прикинь, Дары, я все-таки смогу там город поставить, нету теперь лояльности. Купил по... А! Миш, купил посел. Ну, я сейчас проверил, смотрю, отступило. Ты в золотой в следующий выходишь? Нет. Думаешь, будет отвалив... Ну, я думаю, не, я не, не справлюсь. Не будет, не будет, не будет, не будет, я тоже не выхожу. Блин, мастерская или у нее? Давайте мастерская лучше. Ничего больше нет. Кстати, прикол, я могу флотоводцам создавать сопровождение с трибушета, то есть наземным юнитом. Интересно. А, ну да, мы ж плавать можем. Фу ты.
Я бы, наверное, постоял, хрен меня пытается. У меня плюс 10 просто сила. Так, как ни странно, я почему-то лидер по науке на своем континенте. Опять ни хрена не успеваю. Ну что, на 15 секунд увеличим таймер? Так, это сколько будет-то? 150? Нет, 2.30, да, 150. Увеличу. Да, почему у меня здесь раненый трибушет, не понял. Ой. Я зря сюда так заехал. Вассалы стоят. Я все-таки сейчас попытаюсь его спасти. Ух ты, а кто там статую Зевса построил? Атиния. На меня напали, я и построил. Слушайте, а Инк может эти тоннели строить где угодно или только на своей территории может? Где угодно. Ну ты же видишь, тоннель построен за пределами территории. Да, просто я просто думаю о том, что если бы ты понаделал тоннели для между мной и корейцем, было бы прикольно. А, ты вон о чем. Кого прикольно? Тебе? Вообще всем прикольно. Да будет. Было бы так весело. А ты хочешь ко мне еще пойти? Ну да. Ну, через море. Спасаем рыцаря. А через что ты собираешься ко мне пойти? Ну, через что? Или ты хочешь в круг? Я реально не понимаю. А, это не... Это галера раненая, а не... А флот? А не бомбарда. Ко мне не приплывешь. Тут достаточно... Ну, я, конечно, зря тут строил теперь бомбарду, получается, потому что мы ничего не ускоряем. О, флот. Блин, одно очко забрать как-то надо. Ауч. Так, ну это минус галера, судя по всему. Рапануи ее убьет. Либо варвары, либо рапануи бы убили. Так, собираем бананы в ряду. Следующим ходом, кстати, кампус уже сможем строить. Вообще тут аккуратно, тут вон варвары какие-то имеются. И мне надо реально больше рабочих. Слушайте, давайте пока строителя здесь. Что нам тут универ прям? Еще янтарь не обработан. Ну тут пофигу, что убирать тут у меня нету, у меня очень мало клеток для обработки хоть чего-либо. Поэтому... Так, рискую. Давайте думать, где у нас тут кампус теперь. Ну, сюда жалко. Я бы тут для Непура оставил. Неужели сюда на плюс 2 оставить? Да я тут тупанул с промышленной зоной, прямо скажем. Страшно стало. Ну, мне, кстати, придется, видимо, здесь акведук потом поставить. Правда, и дамбу вот сюда тоже неплохо было бы. Чтоб тоже не заливало. А что такое? Слушайте, а эти минанки так никто и не построил, что ли? Внизу. Спасибо. Нет, построил кто-то. Кто-то построил. Ну что, минус, да.
Как у нас прям союзы кончились сразу. Блин, а как мне тут хоть какую-то еду получить теперь? Наверное, вот эту клетку надо купить. Все равно 7 ходов до уменьшения, странно. Так, наверное, реформ... Или здесь живут драконы... Да, давайте здесь живут драконы, я же... Я думаю, что каравеллы очень скоро у нас тут будут. Точнее, 3 хода, и мы поплывем другие континенты открывать. Так, у меня уже next ходом столица падает, так что я, наверное, пойду. Да ладно, я даже не первый здесь на вылет. Ну, получается. Видишь, Тамара меня вынесла. Так ты напал зачем на меня? Я тебе еще... Мне сколько раз тебе сказать, что мне нужно развиваться? Не надо было нападать. Я тебя обгонял по науке на целую эпоху. Типа, но я не прочекал, может, что есть тут квадрирем, кстати, поделать? Против Тамары просто ни разу не играл. Давайте поставлю, не знал, пожалуй, не бастион, мне уже не нужны, да? Ты их еще столько так, раз кстати, заспамил, каперы. Типа, чекнул, 25 железа, думаю, ну там, построить. Кстати, каперы. Юниты, там, 4, и все. После дипломатической службы пойдем, ну блин, конечно, долго феодализм. Ну, каперы надо, у меня черная карточка на плюс 100% есть. Но сейчас... Так, внутренние нет, я буду поставить на... Вот, морских юнитов. Это мне надо квадриремы штучки 3 хотя бы сделать. Ну да, они 4 железа стоят. Может, дружбу примешь? Грузия, а ты прям точно ко мне пойдешь, да? Блин, ну ты боишься со мной, мужик? Чем мне делать? Почему так воевал, делает игра? Я просто, что, я вот с этого хренею постоянно, союз, каждый раз. Лёш, прими союз. Прими в действие, я против тебя не делал. Не, ну как бы, твое право, я просто хочу понять. Ты готов права напускать? Пёс, спасибо за игру. Спасибо за игру. Ну а что ты мне предложишь взамен? Ничего, я тебе не предложу взамен. Я тебе предлагаю либо тогда, да, предлагу соседство, как я предлагал Александру, который тоже хотел упороться. Ну либо... тогда дефайся. Александр, готовься. Но у меня с ним союз. Да я знаю. Я не собираюсь Александра убивать. Он со мной союзится, а не воюет. Смотри, закончится он ровно тогда, когда у меня закончится союз. Так что просто готовься. Так, продолжаем. К чему готовится? Что ты меня? Квадриремы? Нет, что Афиня после меня к тебе пойдет. Какой мне смысл идти? Ну а какой тебе смысл ко мне идти? Ты со мной воюешь. Хорошо, вот так. Посмотрим. Ты мне предлагаешь просто так мир? Да, так же. Я тебе говорю, что ты мне предложишь взамен. Все понятно. Ты напал на меня, то есть как я бы, и я должен просто так с тобой. В смысле, ты не напал на меня? Ты напал? И... Нет, я не нападал. Ты объявил мне войну. Хорошо. Я сделал то, что делает любой союзник, но я против тебя войска не выдвигал. Если у тебя ко мне какие-то претензии, ну окей, я тебя услышу. Не, я просто снесу тебя и все. Давайте, наверное, куплю здесь рабочего. Вот и поговорили. Я понимаю, что надо в Лараке покупать, но... Типа больше на... На Вильнюс можно сносить, заряд. В принципе, да? Я думаю, просто вот эту клетку и Риду отдать. Мне интересен Акад только. Посмотрим, ладно. Если ты сейчас будешь реально выносить этого, просто... Тогда Вильнюс будет. Но мне нет смысла с тобой воевать. Мне нужен союзник. Нет, я с тобой ничего не говорю. Я Вильнюс не сносил, потому что меня попросил Бразил. Смотри, у тебя он отвалится уже просто по лояльности. У тебя городов вокруг нету. Ты собираешься... Да он поставит города вокруг, в чем проблема? Когда он тебя снесет. Я не буду его сейчас захватывать. Он тебя снесет, а потом захочет, сказал. Ну, да, то пожалуйста. Я же так и сразу сказал. Так, 2 хода, да?
И два хода феодализма я смогу поставить карточку на каравел. Отлично. Да блин, ну я выбрал же галеру. Я не понимаю, что с управлением в этой дебильной игре. Объясните мне. Господи, просто какой-то мрак каждый раз. Я двумя галерами поплыву находить другой континент, а одной галерой и тремя фрегатами пойду на Кунджу. Блин, опять изверглась. Ну это какой-то прикол. Просто невозможно. Так, и рабочего здесь, наверное, куплю сразу. Мне тогда тут строить центр коммерции. Соседства промышленной вообще нету. А ты можешь его дуболом подвинуть? Так ставится. Кампус. Да, давайте, наверное, сюда центр коммерции. Потом с кампусом можно соседство организовать будет. Тут пока отваливается город. Минус 3,8. Ну, я, кстати, могу Мокшу сюда взять потом. Так, у меня такой звук был, как будто у кого-то уровень, но почему-то... О, кстати, я ж подплывать мог, копью Фина. Слушайте, а пошли, поплыли сюда высаживаться. И давайте здесь, я пока еще квадрилемы. Фрегаты, вот они. Универ рядом с горой. Через три хода строится, отлично. Вообще нигде своего уникального этого не построил до сих пор. Но тут надо перец обработать. Пряности. Че, Лех, такой полуубитый рыцарь вылез из болота, точнее из воды? Это я... Этот рыцарь столько ученых поубивал у корейца. Это блин, вот этот... Это чувак вообще противник всего прогресса. Ты так на это самое назови его, что ли, он заслуживает имени Ланселот, например. К сожалению, по-моему, только со второго уровня можно переименовывать, да? Ах, да. Юниты. На втором можно точно. Да, короче, со второго. Это рыцарь-любитель пробирок отнимать. Здесь я успею тут достроить. Ну и здесь я в Непуре буду. Сюда, видимо, промышленную зону, сюда кампус ставить. А, это рыцарь был уровнем. О, Таруга до меня доплыла.
Ставим карточку на Аптак. Убираем на строительство квадрирем. Где тут стоимость? Вот. Экспедиционный корпус в виде уничтожителя ученых. Пожалуйста, выбирайте себе, что тут можно. Все для вас. Ну вот этот у нас. Да. Полтоводцем поплывет сюда. Да ладно, неужели я тут действительно себе военачальника набью? Обалдеть. Там я просто всех забирал обычно. Большую часть. Да и этого заберу сейчас тоже. Давайте рабочего. В Лараке есть универ. Тоже рабочего. Вот интересно, насколько я сильно торможу своим присутствием Корею? Очень сильно. Очень сильно. Ему приходится юниты строить постоянно. Он, зато он этот самый инк вообще просто тихая экспансия. Сколько там у инка, кстати? На американских войск. Извини, да 103. Мало. 103-56. Это он самый сильный у вас? Да. Ну, у нас посильнее. Ну, чтобы вы поняли, у Кореи 59. А-а-а. Ну, у нас тоже 120-95 у человека. Ну, он посильнее, да. Не, ну, Корея, конечно, зря так, походу, в войнушку вступила. А и делать было нечего. Он обиделся. У нас тут на самом деле получилась проблема в том, что очень много гор. Вот у нас в центре карты много гор, которые занимают такое место, где были бы, ну, стали бы города Кореи, например. Ну, на самом деле у нас тоже тут одна гряда идет между всеми четырьмя. То есть, я так понимаю, у нас на континенте все в одной куче, остальной континент вообще свободный. О, ну, то есть это... Как раз эфиоп вынесли, да? Из того, что я вижу, да, у нас как бы у нас не получилось, что типа у кого-то много места, у кого-то мало. Следующий на очереди. Лёш, кончился один. Этот самый какая фигня. Союз. Короче, кончился. Кинь. Дружбу прими. Ах, вот откуда ты, у тебя проход-то был, ёлки-палки. Ага. Нифига. Ну ладно. Я понял. Тогда Нет. согласен. А надо ты видишь, сколько у меня селитры? Лёша, лавер. Прими союз. За мир. Принял. Я тебе сразу сказал, что ты мне можешь предложить. Ну, я не знаю, что тебе нужно. Ну, в данный момент уже Сан-Паулу и Форталезу. А, я понял. Тебе города нужны. Ну, города, во-первых, нельзя передавать. Но до этого мне они не нужны были. Это ты решил подождать? Давайте подождем. Ну ладно. Так, шпион. Торговца. Есть дамба, слава богу. Все, тут нас уже не зальет. А вот эту клетку мы передаем Непуру и строим промышленную зону. Инк, ты мог бы мне... селитру скидывать, чтобы задефаться от грузина. Мог бы, а чё нет? А чё у неё? А только это, давай на ресурс. Ну, смотри сам на что. Вот. Блин, прикольно, дед, у тебя что, нету коммерческих районов вообще? Вот так вот, давай. Но я тебя буду прямо оставлять. Хорошо. Предложение кинул Татьяна, ой, Тамара. Ты уже определился. Я не знаю, Татьяна что-то называла. Я скажу, я задефаюсь, но постараюсь. Ой, а у нас дед уже вышел, да?
Ага. Это да. Голь от него применил. Не понял, почему дед вышел? Или он здесь еще сидит? Сидит тут. Минилик. Нет, почему? Минилик-то уже все. Минилик это не дед. Да блин, Иван, что у тебя за проблема? Я не понимаю. Это не Иван, это я. Понятно все. А как я, нор, короче, хорошо. Я продал 10 железа за 22 монеты ему. Я думал, ему нужно было... Что-то я не знаю, как он решил. Ну не сильно ты не ошибся. One shot! Кстати, тот же дед. А что это такое приплыло? Не понял. Каравелла? А зачем он здесь? Выбирай. Нет. Фас, фас. Убей его, Шилов. Смотри, там еще вон сверху мушкетеры. А что это? Говорил, что прям никак... Решил приплыть? Если сверху над Миниликом куча свободного места. Ты к кому обращаешься? Да вот я не знаю даже к кому. Грузия. У него действительно некуда селиться? Потому что я смотрю, там дофига места свободного. Нет, мужик, ты мне войну объявил. Я принципиально иду на тебя. Я спрашиваю сверху. Господи, он в глаза что ли долго? Нет, там есть где селиться, я согласен. Но ты мне войну объявил. А, все, все. Я не тебе войну объявил, я тебя стопал. Вместе так, с... давайте дамбу тут построим. Мужик, все-таки, чтобы тут он не... на меня напал. Он был лидером. Он какой смысл? Он был лидером всю игру. Он не был лидером, у него... У него 93 науки было, пока у нас по 60 было. У меня было 50 науки. Да-да-да. У него не было... Он не был лидером. Кого? Я несколько раз говорил, что у Миниликка под сотку науки, его надо типа стопать. У него эта наука была чисто на его этих, как его называется, торговых. Я уверен, что сейчас в следующем... Не, это не без этого. Без... Ну как вот его? Он не мог, он был зажат, он никак бы не развивался. Ну, это его проблема. Он почему-то ставил обычные города на равнину, а туда он не мог поставить, куда влезет еще 4-5 городов. Это гениальные вообще... Отмазка вот эта гениальная, конечно. Просто вряд ли у тебя получится быстро меня забрать, и ты считай инку подальше победу. Ну окей. Ну, инку там сейчас инку никак подавил. Не стопнет в любом случае. Инку там свои должны стопать люди. Подожди, не-не-не, я не понимаю. Как я инку подарю победу? В смысле как? Ты потому тут при чем? Потому что того, чтобы сейчас перейти на мирный рельс, ты сейчас продолжишь воевать. Ну, мне хватает одного адекватного союзника. Здорово, Бразилия. Привет. Хочешь плюс 5 иметь против хочу, Грузии? Хочу, конечно, хочу. У него еще защитник меры. Очень хочу. Проблема только в том, что мне его найти сначала надо. А за смысл защитник меры у него? Защитник меры у меня же. Не, на золото, давайте продолжим. Ну да, защитник веры не у него. Блин, а кстати, дипломатическую службу надо поставить. А вот эту клеточку надо Лагашу передать. Здравствуйте. Здравствуйте. А мы где с вами встретились? А вот... в Александрии Труадской. Угу. Так, какой я тут хочу район? Ну тут я так, не могу поставить район, да? Давайте, наверное, универы. Стоим, ждем открытия фрегатов. Да, что-то тесноватенько как-то у нас континент прям такой. Лесопилочку. О, здесь янтарек. Все, походил. Сейчас по городам пройдемся. Так, а Эфиоп это уже компьютер, да?
Да. Блин, а я не могу даже с тобой союз заключить. Кинул, так... В смысле, почему? У меня отменилась сделка, ход начался. В смысле, закончился. Отказывается от договора, да. Ну ладно, сейчас я кину тебе. Я хотел военный с тобой заключить. Не, военный у меня с шотландцем, не-не. Военного точно не будет. Плюс 5 тебе все равно даст, когда я войну объявлю Грузии. Все равно плюс, да, плюс даст от меня. Правда, я сначала Грузию найду и посмотрю, надо ли тебе помогать с другой стороны. Ну, мне реально надо помогать, у него 850 мощи. Он просто на изи каким-то образом непонятным забрал этого Португала, я вообще не понимаю. Фактически он ему сфидил. Фига себе, он пол... Бразилия, предложение. Минутку. То есть, чел на меня напал, я дефался, и я еще виноват в этом. Звучит логично. Второй чел на меня тоже напал. Они нападали, значит... я на тебя. А что ты сделал? Это же нападение, тоже считается. Ты же объявил войну ему. А что ты сделал, объясни мне. Я, значит, собираюсь идти обращать от их крестового похода, а ты это этого не будешь делать. Не, Атиньо, извини, крестовый поход это было давно, уже поздно. Ты тут думаешь, типа, тут, типа, что, ислам, ничего не происходит? Ты думаешь, я не обращу, что ли? Думаю, нет. Ты уже говорил один раз. Уже один раз ты... Я тебя не буду обращать. А кого тут еще? Тут больше никого не будет, кроме меня и Инка. Звучит правдоподобно. Нет, ну, начнем с того, что мы что там договаривались, что я не строю... Эти... Да, но у меня уже два города в исламе, вот. Даже нет, без просто, миссионеров. Просто сейчас Атинью придет, это к... буду обращать. Да, это к вопросу просто, это сколько быстро Атинью... Блин, бразилец, ты принял предложение? Ну, прими, как эти, я не могу союз тебе кинуть, я не понимаю. Я понял, что... Принял. Союз. Если хочешь, я могу к тебе быть миссионером. Еще предложение прими. За что воюем? Ну я объявил войну Грузии. Все, у меня с ней союз. А Инка, мы с тобой воевать не будем? Это просто так помочь? Не, не, не будем. Зачем? Давай вам дружбу. А мы не можем с тобой дружбу заключить. Почему? У нас война только что началась. Нет, ты не со мной воюешь. Ты Инк. А, я Инк. Замеж, это Лёша, господи, а Инка-то что? У вас лица одинаковые. Да, конечно, одинаковые. Прищур такой же. Картинка, смотри, что-то, смотри, одно и то же. Прифронтовой город Стерлинг. Может сразу в индустриализацию? Блин, я селитровую шахту, по-моему, не могу нигде у себя построить. Да, не могу. Так что давайте-ка мы сразу фабрики, наверное. Это мне надо? Не надо. А, хотя уровень не надо. Книгопечатание надо открыть. Блин, и научную теорию надо вот так сделать. Инк, предложение. Против кого? Ну, против Грузии мне нужен наемник. Блин, а научные ГГшки вообще есть на этой карте? Я не видел ни одной. Есть.
Таругу я только слышал, по-моему. Да, и она находится далеко. Так, мне надо 3 селитры. Инк предложение. Не под кем. Далеко это где? Это там. А, там. Вот. Меняет дело. Что там у нас на улице пилят, да? Блин? Ну, кстати, в Могадишо можно, наверное... Могадишо можно засоюзить. Лёша, ты его видишь? Кого? Ну, я, в принципе, вижу этот город. Кого? Кого? Таругу. Нет, не вижу. Угу. Она. Дарвилла, ты встретил Грузию? Да. Ну, выглядит так, что она там всех сносит. Да. Ну, я сейчас... Я сказал, мне нужно 2 города. Я военный союз заключил там. Ну, то есть ты, получается, сносишься рано. Нет, мне 2 города, его дальних нужны. А чё у Грузии по флоту? Это не дальние города. Это дальние города. Это не дальний. Это его города. Бразилец. Чё у Грузии по флоту? У него основная сухопутка. Так, смогу ли я Гондор, интересно, забрать каравеллами? Сможешь, чтобы она давится опять ко мне. Всадники Рохана, блин. Гондор? Не, не смогу, мне кажется. Половину ХП забирает, а снимает там. Ну это к вопросу, вы смотрите, Гондор 69 сила, у меня каравелла 55. Вот он спрашивал про силу города и прочее. То есть, ну, невозможно. Может, с дедом помириться? Со стенами? В смысле с дедом помириться? Дед уже все. Он падает, что ли? Он не падает, но он, ну... Он просто заноза в жопе. То есть ему уже все, он себе всю игру изговнял, я даже, ну, типа. Ну и помирюсь я с ним, что он будет сидеть таймер и что. Увеличить? Че, таймер? Кто-то хочет таймер увеличить? Да, да. Да, меня что-то душит со всей силы этот таймер. Нечего воевать. Ну что, вы со мной воюете? До 3 минут поднимем. Воевать вредно. Куда-то у тебя мушкетер делся. Бля. Ну, ушел куда-то. Говорит, нафиг эту войну, пойду отдыхать. Ап будет. О, наконец-то. О, блин, не успел разграбить. Так там же нечего было грабить. Ну еще что-нибудь, ладно, нечего. Вон, например, селитра. Так, она не обработана. Так, наконец-то торговую республику откроем. Здесь ничего не апаем, да. Пожалуй.
И мне нечего, походу, апать уже все. Ну вот еще, правда, есть. Вот, давайте этого апнем. До рыцарей. Тут акведук будем делать, значит, здесь промышленную зону поставлю. Я хотел поставить вот это учетные банки. Подожди, а меркантилизм я открыл, да? Да, стоп, тогда не это. Тогда мы ставим тут 100% морских юнитов. А, блин, древнего мира и антич... Ну, торговая республика. Ладно, я торговую республику открою. Фак. Что-то я туплю. Значит, 100% рейдеры. Тогда здесь надо что-то другое пока. А ремесленники это, вообще у меня есть? Не... Ой, о, ремесленники. Самое, стены не строятся пока... И починены... оперы пошли. Этот лагерь военный, что ли, получается? Что? Укрепление надо починить. Да, тогда все понятно. А нельзя починить, пока тебя обстреливают. Угу. Тут, видимо, на плюс один поставлю. К сожалению, не хочу эти клетки убирать. Не успеваю тут походить. Как раз Александр, наверное, поторговал. А, блин, у нас война. На ходов. Федором будем с тобой союз подливать? Конечно. Ай-яй-яй. Пел. Пехотинцев, да? О, скажу, кстати, морской призрак сейчас в ГГшку превратится. А ведь тоже тут мог город поставить, между прочим. Ну да. Мог много еще сделать. Это чисто, чтобы прокачать. Потому что это самый большой шанс. Так-то беспорядки бессмысленны немножко в этом городе. Хотя там опасно. Вот надо убрать медь для... Приведут к Эваравеллу и сделают все хорошо, да? Что? Нужен героический выйти. Приедет к Эваравеллу и сделать тебе приятное там город ставить. Ну да, там город что-то будет все с каких клеток, с трех клеток. Наверное, пока не буду промышленную зону слишком долго. Ну, скоро. Дайте, ну, продашь мне немножечко? Ну да. Спасибо. Блин, я хотел первого посла в Магадиши отправить. Помню. Только мне этим, ну, длительностью, то есть я у тебя просто на ход можно возьму? Ну, так а его не, ресурс нельзя на ход, по-моему, брать. Не, да? Слушай, бразилец, а. Что-то... Не-не-не, я просто чтобы... Я построю уникал и гондор убью, и все. Да ты, я... Ты мне предложение, то что кидал, я тебе не хочу. А ну а сколько ты хочешь денег? У меня просто, ну... Проблемы. А новых ресурсов мне взять неоткуда. В Грузии это уже полконтинента. Там ты прими союз? Не, ну слушай, мне тоже как бы торговать с этим надо с чем-то, с кем-то. Ну, то есть ты за золото не хочешь их продавать?
Не, я просто хочу эти ресурсы потом на ресурсы с кем-нибудь поторговать, а ты меня забираешь последний. Если мне их три хотя бы было. Вот ты только с грузином можешь торговать. Как я могу с грузином торговать, если сидим в войне? В смысле? Вот, у Александра такие же, как у меня, ресурсы. Так ты же мне не предлагаешь ресурсы взамен, в смысле у тебя такие же? Мы же с тобой не торгуем ресурсами. У него, у Александра, говорят, такие же. Да, но я могу предложить ресурсы, а ты предлагаешь золото. Давайте не начислять научного класса. Давайте против начисляются научные, согласен. Ну и 100% грузину. За вармунгерство. Не знаю, сейчас посмотрим, что-то я не думаю, что мне не начисляются ученые, было выгодно, ну, глянем. Я смотрю, тебе, Лёш, чай хорошо зашел, у тебя прям так. Да, так офигительно зашел, что у меня он расположен под вулканами, постоянно все это грабят просто. У меня, короче, вулкан один тут в центре империи. Он за всю игру ни разу вообще, он даже не. Понял. А кто вложился, чтобы я меньше генерировал? Дед, что это? Зачем ты вложился, чтобы я меньше генерировал претензий? Перепутал, да? Ну, просто так. На лицо одинаково. Может хоть вы дипка выжечь? Это вряд ли. Ну, все-таки шанс есть. Долго ты меня будешь мучить, а? Пришел бы, разграбил бы. Пришел и разграбил. Так я пришел и разграбил же. Вот так. Неплохо. Неплохо. Знаешь, этот самый, в доте первый был там герой такой, ты это сам придумал? Неплохо, неплохо. Да. Алексей, ты там этот лагерь мучаешь уже сколько? Сколько лет? На самом деле, впервые я до него добрался просто, чтобы именно лагерь обстреливать. Все это время там куча кораблей было, которых я убивал. Так, а куда здесь делся? Подождите, а куда тут рабочий делся? А, вот. Напугался. Так, ну, мне, наверное, надо будет мой уникальный этот построить. 10 ходов. Наконец-то я впервые построю. Так, 1445. Я думаю, что пришло время и здесь юнит покупать. Так, пока, правда, не могу. Блин, ну тут очень тяжело. А кассу кто построил? А, никто не построил, да? Чё-то я не заметил сразу. Не туда я встал. Так, давайте я здесь колосс построю. Сейчас я попробую. Дарвилл, запретный город. Давайте-ка, может, отходить будем. О, Кумаси.
Как ты удачно город поставил. Этот уму свою. А, в каком смысле? Уголь. А, да, неплохо, а я еще не вижу. Ну, вот тебе инфа. Армаду мы сейчас из... Да, слушай, у нас, конечно, прям проблемы с этим. Если караваны можно было отправлять. Возвращаемся. Так, тут у нас акведук будет. Блин. Ты же вроде даже не прокачиваешься с ним. Что? Вроде бомбарда не качается. Почему качается? Качается. Ну, одна качается. Мне на вторую, видишь, тут нету ничего. Когда нету ничего, тогда не качается. Может, значит... это мир, грузин? Что ты мне можешь предложить? То, что ты будешь развиваться, а не упарываться. Я не упарываюсь. Мне как-то ровно, что там происходит, как там происходит. Это никак не влияет на мое развитие. Так сделаем. Таруга. Ну что, пошли к Таруге, видимо. А где ты Махиджидара нашел, македонец? Вот тоже такой же вопрос. И почему Гильгамеш вдруг воюет с македонцем? Ну, мы потому что в союзе с грузином. Тебе же дал союз с Гильгамеш. Понятно. Два хода. Лёш, ну так тебе будет сообщение. Македонец, ты же меня не предашь? Чего, я не понял? Получается, тебе не с кем на моем континенте торговать. Лучше уж за 100 монет ресурс продать, потом а перепродать. Почему ему со мной нельзя? Я понять не могу торговать. Я сейчас мир заключу с Александром. Один ход остался. Уже дошел? Мы же не собирались реально воевать. Я даже не знаю, где он на самом деле. Плюсик. Блин, мне надо... Спасаем. Так. На тебе, зараза. Отсоединяем. Так. Так. Армаду. И уровень. Ой, сейчас... Будет Канжута падать. И подводим вот так. Слышь, харе. Я его убью когда-нибудь. Я чувствую, чувствую. Пукнешь. Если перенапрягусь, конечно. Ну да. Стараюсь. Ну фига, все меня в стер... Нет, через... Не, пожалуй, через... Корейца не будем посылать. Что-что? Ну, короче, история там такая. Давай. На промышленную зону. Это у меня единственный город, который мог быстро построить галеру. Строить мне улучшение мое уникальное. Мне нужны были очки. Я построил. 4 очка, а потом мне нужно еще 8 ходов, так я могу ускорить. Может... Ну, что-то караул по-другому. Ну, понял, да. Мне надо было апнуть, поэтому вот так вот. А так и получилось. Да, поэтому у меня караул в озере.
Лёш, там плавает для меня, эти самые, сводку с фронтов собирает, ой, с фронтов, с карты собирает. А вот здесь банки вот здесь, вот город, и тут, первый вот посол. Вот дальше соседство кампуса, соседство зоны. Да, плюс 100, я блин. А, так мне, наверное, уже... Нет, пускай стоит. К сожалению, не смогу еще на плюс 100% поставить, потому что чё некуда тупо. Да давайте рацион, я вроде неплохо должно добавить это. Да, слушайте, 17 очков добавила. Может, и не весело. 17 очков науки так пропущу пока. Чтобы больше денег шло. Так, у меня сейчас будет 6. Раз, два, три, четыре, пять. И обстреливаем, да. Что там помню? Что? Им скоро убью? Я его еще не обработал. Ну, я поэтому спрашиваю. Я вижу, что ты не обработал. Да, я постараюсь побыстрее. Блин, убили. Вот так, да. Тут выплыл своим флотоводцем. Домой. Проверить. Да я тебе сейчас все сам покажу, вот смотри, да, вот. Смотри, какая штучка у меня тут. Ничего себе. Ой, бля, Найс мискликнул с резомат. Чисто убил своего этого армада. Пехот. Какой у нас-то был культурный, мы его продолжаем. Ну как хочешь. А не бей. Я бы экономически хотел, на самом деле, уже. Да что, сбиваешь меня? Ну ладно, давай. Что-то больно он по армаде моей лупит. Вот тут прокачка есть. Просто избиение корейца. Это корейца-то избиение? Да. Ну-ну. Да, урку оставлю эту территорию. Не, в Венецию. В Венецию очень неохота. Конечно, денег много, но далеко. Атинья. Разворачивай своих православных миссионеров отсюда. Давай ты теперь объяви мне войну. Я бы не советовал. Я сейчас это и сделаю. Это плохо кончается обычно для бивших. Да пока не очень. Отсюда, давай встретимся, я тебя тоже объявлю. Я думаю, он совсем-то не вывезет все-таки. Но они на другом континенте. Мне кажется, тебя он добить успеет. Да он не идет, он что-то думает, ждет. Либо он задумал что-то. Либо он просто так не дает. Я менеджу города свои. Ну, я и говорю, то есть ты воевать со мной все равно не идешь. Два корпуса пехотинцев это не война. Я не знаю, куда ты спрятал все свои 700 боевой мощи. Увеличивается. Вот, все, кажись, кончил все.
Не, ну хвачки твои больно бьют. Да нет, ну сколько, 15-16. Блин, убила. Я ненавижу, я не могу здесь. Это просто говно. Ну это не честно, ну, так, ну это просто поставили мне два вулкана, которые гадят мне все. Я хоть кого-то снять. Секунду. А тебе как тебе? Во время войны снизить усталость? Кинул, да. Кто знает. Что еще раз? Как во время войны снижать усталость от войны? Ну, был, например, этот военачальник, который уменьшает усталость от войны. А еще? Не терять юниты. Не терять, да, юниты, причем на... своей территории, по-моему. Если не будешь терять юниты, ну да, еще битва на своих территориях добавляет. Карточки какие-то еще есть. Просто у меня вот из-за этого прям, из-за того, что я все время воюю, вначале Александр со мной воевал, теперь Грузия. А у меня вообще пока Грузия, у меня не начисляется усталость твоя, или очень мало начисляется ее в этом македонского пулюшка. Так что да. Города, да, не испытывают усталость от войны. И у меня прям вот, ну, я вообще не знаю, что... Грузия еще прими. Вот так можешь, прям чтоб окончать. Да ладно, Атинь, за что? Так, давайте мастерскую тут купим. Так, кстати, давайте и тут куплю. Или тут лучше верфь. Тут и то можно. Ну куда мне еще деньги тут девать? На этом пока все. Спонсоры канала продолжение могут найти прямо сейчас во вкладке сообщества. Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!